Может ли практикующий преданный дать в долг деньги непреданному, который может их использовать, играя в азартные игры? Хотя это суда, получаем ли мы за это карму? Шрила Прабхупада особенно говорил, что если когда-нибудь у вас будут дополнительные деньги, которые вам не нужны прямо сейчас, тогда их нужно положить в банк. You know, the bank will invest it in different things. А банк инвестирует их в разные проекты. Choice. И у вас не будет выбора. So, but if the bank invests it, но если банк инвестирует их, responsible. The bank's сам, то вы не будете нести никакой ответственности. Это ответственность банка. Вы только получите but if проценты. You loan money to someone, но если вы дадите в долг кому-то, а они будут использовать их на какие-то глупости, я бы тогда сказал, не давайте в долг деньги людям. Прабхупада говорил, дать в долг — это значит потерять. Зачем вам давать долг деньги непреданному? Я бы сказал, если у вас есть лишние деньги, положите в банк. Даже если на это на неделю, на месяц.